Ну что же, ребят, привет, это Человек-паук. Да, сегодня у нас не будет сюжета, сегодня я выполняю дополнительные задания. Мы проверили расписание, вы должны быть в своей палате. Сильно! Я сейчас оплачу! Как ты забрался вообще на мой этаж? Тихо. Страница комикса есть, В коллекцию. Надо бы засечь время, наверное, да? Все время забывал засекать время. В следующий раз я никуда не побегу. Да, будешь в следующий раз сидеть и... Я должна задержать тебя, но не стану. Что тут скажешь? Надо о них позаботиться. Как дела, Человек-паук? Тебе пока это не понравится? Ра... Чего? Я нашла тайную лабораторию. Связана ли она со Скорпом? Часть ли это секретных планов Смайта? Пытливые умы хотят знать это. У меня есть только ее координаты. Но, как я поняла, ты там найдешь массу полезного. И да, конечно, ее хорошо охраняют. Удачи. Ха, спасибо за подсказку. Я обязательно загляну туда. Комикс возьмем. И выберем следующее место. Ну, вообще, да, надо бы сюда слетать. Секретная лаборатория Коннорса. Ой, Коннорс, что несу? Аскорб, конечно же. Так, ну давайте мы, наверное, полетим на место преступления сперва. Да, годится. Слушайте, очень классно. Он пикирует вниз. Прямо очень нравится. Да, он самый. Комикс собираем. Попутно. Это я возьму. Блин, буду, конечно, собирать все комиксы, какие смогу. Где деньги, жаба? Сюда, Ситеплёк, я тебе кое-что дам. Чё ты мне там дашь? Поймать страницу. Ага. Печатание живо. Рвать меня хочешь? Не кусочек, приятель. Весь пирожок. Отойдите, уроды. Да ладно тебе. Больно только, пока ты живой. На землю его. А, вас тут много. Так, по красоте. Я так и знал, что мы встретимся, паук. Только не думал, что ты будешь меня спасать. Я Человек-паук, хранитель мира и покоя. Люблю вломить неспокойному соседу. И все-таки, ты бы поосторожнее. Так, ну вон там наверху дирижабль, это гонка. Эй, человек! Паук, сюда! Давайте, наверное, пройдем ее. Но гонка... Скорее больше показывает... Ну, короче, сейчас сами хочешь все увидите. Хочешь стать королем эфира? Покажи себя в моем воспитании и говорят, ты умеешь все, что умеет паук. Вот твой шанс это доказать. Давай сыграем в забавную игру. Я называю цель, ты отправляешься туда и показываешь себя во всей суперкрасе. А я снимаю каждое твое движение своей дистанционной камерой. А чтобы все вышло идеально, старайся все время быть в кадре. Вот твое первое задание. Дуй к антенне, которую я отметил на карте. Ищи ее на небоскребе. Кстати, об антеннах. Еду я как-то на мотоцикле, любуюсь на девчонок, и вдруг бах! И у меня типа лицо в смятку, прикинь. Огромную антенну поднимали прямо посреди улицы. Она должна радиоволны ловить, а не меня. Зашибись! И вся прическа на смарку. Меня бесят антенны. Ну, удачи тебе! Я надеюсь на теплый прием. Ну, играть я буду, понятное дело, не за Человека-паука. А вот, вот за эту камеру. Надо все время удерживать Человека-паука в кадре. Он, кстати говоря, все время рывками перемещается. Слева сверху есть полоска, которая должна полностью заполниться до зеленого индикатора. И есть. И вот такое вот испытание будет еще не раз попадаться.
Правда, нафига ты спрыгнул на крышу? Мне непонятно, я хотел спикировать вниз. Так, что теперь? Давайте, наверное, загоняем вот сюда. 10:20, сообщение о краже, отбой. Мелких преступлений не бывает. Но, к сожалению, вот эти вот все дополнительные задания, они одноразовые, то есть заново они не регенятся. Ну как не регенятся, не генерируются. Вниз их! Ах ты! Готов! Вот это было очень красиво. Как отблагодарить тебя? Главное, что ты все-таки жив. Не раскисай. Ну, я бы тебе сказал, как отблагодарить меня, но игра для детей. Поэтому простого спасибо, в принципе, хватит. А, находятся эти сувениры. Люди бегают за паука. А, болеют за паука. Ну, здесь просто фотографировать надо. Комикс вижу. Собираем. Погоди, здесь еще есть. Да, годится. И внизу тоже есть комиксы, но туда уже спускаться не очень охота. Я забываю, что нанялся работать бесплатным фотографом. Это точно. Так, ну вот символика, по-моему, да. Да, я и так могу. Так-с. Далее. Что там еще надо? Люди болеют за паука. Эй, паучок! Последний номер, только из печати! Блин, ну я бы с удовольствием взял бы его. Хотелось бы понять намерения Алистера Смайта. Так, ну вот это тоже надо фотографировать. А, изначально-то и надо было вот это фотографировать, а я что-то символику только сфоткал. Так. Где люди, которые болеют за Человека-паука? Здесь должно быть куча народа. Конечно, Оскорб утверждает, что они ни при чем. Да, больше слушаю этих Оскорб. Вон там страница летает, хочу забрать. Есть. Цена выросла, но все равно того стоит. Ну, новенького расскажешь. А, вот вы где. Почему-то я вас раньше не видел. Поехали. Блин, прикольно, наверное, пауку вот так собирать свою коллекцию фотографий, которые, ну, показывают, что жители топят за него. Так. Курдис нанесли рекламный щит с твоим портретом. Портрет. Рекламный щит с моим портретом. Где же он? Где же мой портрет? Боюсь, Оскорб, проблема, а не решение. Ну да, вот, бывает. Эй. Так. Рекламный щит. Рекламный щит. Я должен найти рекламный щит. А, вон он, вижу. Никто сегодня не вышел на работу. Что происходит? Готово. Искусство. Ха, за это поглажу себя по головке. Хорошо. Так, здесь вроде больше заданий нету. Ух, блин, и все в другом конце города. Ну, давайте, наверное, вот в погоню. Еще в погоне не были. И как же хорошо, что вторая часть The Amazing Spider-Man, она решила проблему с генерёжкой заданий. Но все задания там одинаковые, блин. Придется снять еще раз. Здорово! И регенятся они капец как быстро. И все это завязано на репутации паука.
Если выполняешь, репутация растет. Не выполняешь, репутация падает. Мне кажется, с этим немного переборщили. Ну ладно, про вторую часть, наверное, во второй части стоит сказать. И еще есть вопрос. Вот, когда мы вызволяли Коннорса, мы все же вызволяли его из психбольницы, да? Как он сам потом подмечает. Но тогда что там делала Фелиция? Она же черная кошка. Или, может быть, это все же была не психбольница, а тюрьма? Тем более, что там были заключенные с заточками. 10. Стрельба из машины. Отбой. Нападение во дворе. Отбой. Пора испортить им вечеринку. Фелиция же, она не была же психопатка. Она же, ну, воровка. Так. Хотя здесь мордобой есть поблизости. Давайте, наверное, сперва его выполним. Баба. Да ты чё? Тебе кто разрешал меня бить? Просто лупят меня, я не успеваю почему-то нажимать кнопочки. Так, ну давай, соберись, игру. Это же простые гопники. Хватит улыбаться! Будику сюда, будику туда. Господи, да ему чё, спину что ли сломал? 10.20, сообщение о краже, отбой. 10.22, идет нападение, отбой. Консультацию по финансам. Супергероям от этого пользы немного. Хотя иногда, признаюсь, я бы хотел быть героем по найму. Спасибо! В смысле? Человек-паук, по-моему, ты зря отказываешься. У нас же это, не гроша. Коннор же все потратил, всю карту Стэна. Коллекцию. По-моему, этот человек может нас вытащить из финансовой ямы. Мне нужна твоя карта. Отдай ее. Эй, мне. Привет. Я позвоню тебе. Что такое? Дай мне карточку. Ола! Ола! Ладно, давайте на машину тогда. Вот еще вижу комикс. Это я возьму. Человек-паук не, не спасает мир, он собирает комиксы. Гонки и стрельба. Хотя вроде бы... Сообщение было другим. Поехали! Вот это, наверное, самая крутая часть, когда Человек-паук едет на машине полицейских. Давай, преследуй его, преследуй. Слушайте, это круто, я не хочу их вырубать, мне нравится этот вид. Я чувствую себя в GTA. Тихо. Вот зачем спрыгнул? Надо на машину наоборот, паучок. Эй, привет. Привет, знаете, как дела? Местечко. Нормально, от дроби уворачиваться. Есть. Черт возьми. Пора ловить остальных. Погоня закончена. Хотя зачем надо было залеплять стекла паутины, когда можно было сразу всю машину вот так повесить, мне не очень понятно. Но, видимо, для того, чтобы костюм немножко порвать. Так, ладно, что у нас... А, задание сейчас закончится и пойдем на следующее. Слушай, еще что-то. Слышу совсем рядом. С двух сторон, кажется. Ага. Давай его сюда. Всегда любил читать. Я не удивлен, ты же Человек-паук. Человек большого ума. Отличник. Питер Паркер. Так, знаете, что я думаю? Наверное, сперва слетаем вот сюда. Пофотографируем. Вот, а потом... Потом сгоняем на гонку и потом в секретную лабораторию. Давай комикс сюда. Вот летали бы все комиксы. Интересно. Мне кажется, их было бы куда легче собирать, чем вот просто скакать по крышам. Вспомнил. Нужно сделать фотографии.
где-то тут страница. Вот она. Следы когтей на двери. Есть. Вот это портфолио. Труба. А, опечатки ног. Есть. Ладно, давай мне. Послушайте, какая музыка сейчас играет. Под такую только очень... Под такую только летать, летать и летать. Так, клочья одежды. Где же они? А, вот она. Человек, кажется, превратился в гибрида. Прямо на крыше. Есть. Сложник. Ну вот, собственно говоря, статья от Утниченко. Как, наверное, это чем удобно, то что на нее работает Человек-паук, причем бесплатно. Есть, и вон там еще что-то было, помню. Вернее, как помню, слышу. Где же эта страничка? Вот она. Эй, Человек-паук, сюда! Вот он я. Я приготовил для тебя кое-что новенькое. Я слушаю тебя. Как ты смотришь на то, чтобы поучаствовать в гонках? Так, отвечай. Твое мнение ничего не значит. Просто двигай сюда и побыстрей. Докажи нам, что ты круче всех. И как паук, и как человек. Смотрите. Претендент. Так, вот сейчас надо самому уже стартовать. Держи! Так, давайте. Здесь просто работать надо на скорость. Именно рывками лучше это делать. Так, давай, давай. Нам вот сюда надо. Хорошо! Туда. Готов. Вообще не чувствуем, да, паучок? Так, ну и что нам осталось? Только вот одно задание, да? Вот это лаборатория. Хорошо, поехали. Теперь у каждого задания будут дополнительные квесты с фотографиями. Надо будет всегда что-то фотографировать. Блин, как же круто пикировать вниз с большой высоты. Вижу комикс. Вон там еще есть. Это я возьму. Вот еще летает. Зачем Человек-пауку спасать мир? Лучше собирать комиксы. Давай, и это тоже сюда. Всегда любил читать. Ну что ж, погнали, Человек-паук. Вообще без палева. Секретная лаборатория Оскорб. Ну и как раз время уже нас поджимает. Как раз последняя миссия. Ну,
понятное дело, что нужно действовать скрытно. Держись в тени, Человек-паук, и уйдешь живым. Диакс. Нам надо сфотографировать что-то. А, нам надо вон ту броню сфотографировать, которая вот за решеткой находится. Так, ну давайте посмотрим, есть ли здесь кто-нибудь. Вот один ходит. Но лучше вырубить сперва вон того. Давай, к потолку. Засранец. Я пока сфотографирую. Блин, ракурс все время не тот. Никогда не знаешь, откуда он выпрыгнет. Опа, тихо. Мы еще не закончили, парень. Двоих тогда давайте. Где же он? Где же Человек-паук? Спрыгивай. Где он теперь? Кто-нибудь еще видит цель? Это Человек-паук. Цели не вижу. Есть. О, да. Вот теперь можно всех потихоньку вырубать. Так. Тихо, не надо тут про гроб. Я потерял цель из виду. Я пока кнопочки понажимаю. Так, что дальше? Я знаю, ты там. Надеюсь, здесь меня ждут хорошие новости. Ведь мы когда все активировались... Тихо. Теперь найти остальные. Видимо, когда... Меня обнаружили, все начинают светить фонариком наверх. Значит, имеет смысл спускаться на землю. Так-с. Атака со спины. Ну, в принципе, против щитовиков, да, полезно будет. Давайте, наверное, ее и качнем. А технологий у меня и нету. Так-с. Джентльмены. Вот ты меня спалил, да? Тебя сейчас и приклею на потолок. Блин, какие же вы все зоркие. Я не вижу тебя, но знаю, ты там. Слушайте, может, мы сейчас подловим их вдвоем? Где он теперь? Блин, слишком далеко друг от друга. Ладно, по одному тогда. Ого, гуляем. Блин, что наделал? Побегай, побегай. Есть. Все, по-моему, это все. Да, это все. Это труднее, чем одной рукой гладить, а другой бить. Чего? Соберись. Время уходит. Это труднее, чем одной рукой гладить, еще а другой один. Бить. Это ты про что? Про то, что взламывать компьютеры слишком сложно? Поехали. Ну же, паук, скорее! Да куда торопиться? Тут никого нету уже. Нашел!
Ну, вот, в принципе, и все. Ха, мы будем драться по-новому. Зажми А, чтобы прыгнуть еще выше. Мой брат пропал, и не только он. Что происходит? Нам нужны ответы. Дели Бьюкл, ваш единственный, последний, надежный оплот правды. Вот у них можете спросить, что происходит. Они вам все расскажут. Есть. Да. Нападение во дворе, отбой. Верну этих собак в их клетки. Такс. По идее, заданий-то у нас больше... А, нет, смотри, еще по... Блин, этот затроцкий инстинкт побеждать в себе очень тяжело. Сперва выполнить все дополнительные задания, а потом идти по основным. Ну ладно, давайте уже начнем сюжет. Эти уж как-нибудь другой раз выполним.